поводу моей фамилии могу вам сказать, что Лев Николаевич Толстой, значит, великий русский писатель, он служил в Севастополе артиллеристом. И когда, так сказать, англичане и французы, да, они так приближались к этой батарее, которую он командовал, он, значит, командовал огонь и палил в них из пушек. Поэтому тут ничего такого противоречащего, так сказать, гуманизму нет. Писал он о другом. Но дело в том, что служил он своей стране абсолютно, так сказать, так, как это было нужно во время войны. Я вообще думаю, что во время войны, знаете, мы должны немножко сосредоточиться, собраться, что ли, может быть, оставить позади какие-то заблуждения мирного времени. А что касается Украины 18 века и так далее, ну вот я могу сказать, что то, что происходит у них в энергетической